И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Пингвинус, Крошка-Крошка, Гусанёк, Уфил Шмерц, Уга-Буга, Санёк, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня у нас очень классное выживание от гигантских нексботов. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать и поднимать вам настроение. Пацаны, разбегайтесь. О, бежит, бежит. Давайте посмотрим, притянет она к себе или нет, если вот так буду стоять. Эй, заяц! А, бомбы! Блин, они не дают просто на месте стоять. А, тихо, вот она. Я хочу жить. Ой, блин, вы видели, она прям передо мной телепортируется. Да, от этих NPC же, ребята, вы не убежите. Они просто будут по всей карте гасать. Вон тут робот ходит, заяц. Ого, он прыгает. Максим, а что ты умираешь постоянно? Да, убиваю. Я знал, что вы будете страдать. У меня получилось вызвать у вас боль. Ой-ой-ой. Кстати, эти бомбочки не так уж много их жизни отнимают, как хотелось бы. А вот он по мне опять начал кидать. Гусанёк, ты боишься проиграть в этой серии? Нет. Я тоже. И боюсь, если ты проиграешь. На тебе бомбу. Блин, 6 штук на меня этих девок напало. Это для баланса вселенной. Ой, все, тут буду стоять. И, блин, она меня притянула все-таки. Все, все, все. Нечестность. Хорошо, что мы спамнимся рандомно в разных местах, и это очень хорошо. А почему она сразу по несколько раз убивает? Это для того, чтобы ты проиграл, Максим! Да реально меня сейчас 4 раза убили. О, хотите? Я жесткую вакханалию устрою. Ребята, я придумал очень классную идею. Вам понравится, я вам сразу говорю. Смотрите. Не надо. Да, надо, надо, надо. А всего лишь такое? Смотрите, что творится! Класс! Я псих! Я люблю, чтоб все взрывалось! Так и происходит. Ого, недалеко бомбы могут бросать. Вот это жесть, что творится! Ребята, надеюсь, вам нравятся такие рубрики, когда творится что-то неимоверное и очень глобальное. Слишком их много. Вот это не закидывает всех! Это жесть! Бомбы просто летят бесконечно. О, Дима, обернись! Ой! Ой-ой-ой, до меня долетели. Ой, если буду здесь стоять, они меня достанут или нет? Нет. Дима, я вот он, привет. Ты умрешь? Нет. Ай-яй-яй, все-таки бомба прилетела. Ай, классно. Ой-ой-ой. А это называется чилипиздрик повар. Ты что делаешь? Максим, это твои друзья, ты ж повар у нас. Я хотел сзади меня ставить их. Я не хотел в тебя их ставить. Ладно, хотел. Да. Так случилось. Все. Они заполонят сейчас всю карту. Ого. Он бензопилу завел и бежит за мной. Максим, я привел их к тебе. Смотри, это твои друзья. Что ты делаешь? Максим, ну беги. Ну бегу. Ну не смог. Ну не смог. Попытка была довольно-таки... О, ты уже тут? Все, лимит 50 штук бешеных баб, которые хотят убить нас и телепортировать будут к себе. Смотрите в правый верхний угол, как сейчас будут просто люди умирать. Да, бесит. Во-во-во. Нет, нет, нет. Надо быстрее возрождаться. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот. Ай, ой, 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 гусанечек, что с тобой? Телепортировала к себе. Это трындец. Это полоска просто бесконечно идет. Это будет рекорд по смертям убегания от нексботов. Жестких притом. Смотрите, сейчас гусанька убьет. Засекаем. 10 секунд и гусанька нет в живых. А что ты за меня ныкаешься? Ты чкошник. Я же сказал, гусенек, ну что ты умрешь? А живой? А, не, извини, да. Я выиграю! Я лучший игрок в Эрис Моде. По крайней мере, я так думаю. Ого, их там внизу. Ладно, ребята. Погнали. В воздухе за жопу схватили. Ой. Ай! Как это случилось? Почему они меня убивают на таком большом расстоянии? Их тут нету. Но я только заспавнился, убили сразу. Ладно, пацаны. Это еще не все. Это все. Прикольно, умер, это жесть. Ну что, хотите веселье? Нет. А, я сейчас ставлю родственника Максима. А-а-а. Кого?
Так, два тища вот этих монстров поставим. Теперь я хочу разнообразие сделать. Так, теперь мы поставим вот этого. Это тоже очень страшный. Теперь ставим мы еще вот эту кабаку большую. Кстати, она может превращаться. Что со мной? Она меня отравила, что ли? Ну все, давайте, выживаем. Призрак летит. Смотрите, какое колесо дебелое. А, все, поймали. С одного удара ваншотят, кстати, ребят. Мгновенно просто. Бешеное колесо, ты что тут делаешь? Нормально ты крутишься. Кстати, убить меня не может почему-то. И курица не может пройти. Курица, отстань от меня. Надо умирать, Дима. Я знаю, что курица может еще яйцами бросать, но почему-то не бросается яйцами. Было бы классно. Ой! Да ё-моё! Много монстров! Все. А что они делают? Они телепортируют? Да, они телепортируют и уколы делают! Это бешеная медсестра! Вот это у нее шприц, вы наблюдаете это? Он просто гигантский какой-то. Она везде может ходить! А! Нет! Нет, уколы, не люблю уколы! Она меня 30 раз убила! Классно же, Максим, ты же сам говорил, я хочу, чтобы меня 30 раз убили. Пингвин, Габуга. Да почему, ну нормально. Я с другой конца карты находился, меня не убили. Да? А это точно как-то нереально. Ой, у меня подлагивает чуть, надо ее немножко удалить, а я переборщил что-то с ними. Во. Они, когда в друг друге застряют, они странно убивают. Давайте попробуем, сможет она меня достать, когда я здесь буду ставить? Просто для интереса. Ой! Ой! Нет! Все. Отвали от меня, я тебя боюсь. Эй! Эй, они телепорти... Отвалите от меня! Бежит, бежит за мной. Хватайте, Дима. У меня подлагивает горисмод из-за того, что их сильно много ставлю. Вот сюда она не придет. Хотя, что она не придет? Сюда придет. Она придет. Она придет. А! Блин, я их боюсь. Ай, не долетел. Ну все, ребят, сейчас смежу. Почему никто не умирает? Сейчас начнется. Да-да-да, они как-то, знаете, не сразу убивают, через какое-то время. Гусенек, смотри, что я делаю. Ну все, Гусенек, мы сейчас умрем. Смотрите. Засекаем время. Ух, они как хотят ко мне тпхнуться, так как я стою в воздухе, они не могут ко мне попасть. Она тпхнулась. Ой! Все. Ай, хрякнула меня. Так, и в это же? Блин, а тут же появился. О, гусанек пошел. Я так понимаю, что когда не убивать, надо сразу быстро возрождаться. Но она тпхается. Все, я буду внизу выживать, я не боюсь никого. Давайте, щенихи. Ну, со шприцами мне очень понравилось. Кстати, я вижу, как они по карте телепортируются. Че, нормально, пацаны, там сидится? Ай! Сейчас, смотрите, сейчас гусанек умрет. Ну, и все нормально. Ай, блин! Нет! Нет! Нет, Димка, вставь! Возрождайся быстрее! Нет, нет, нет! Фух, слава богу, я живой. А если я вот так встану? Будет она меня убивать? Есть, Максим! Есть! Нет! Ну, блин, началось! Ай! Грысь! Блин, ребята, если вы хотите, чтобы мы еще с этими некс-ботами записали классные рубрики с машинами и бомбами, напишите в комментариях, мы хотим. Мы обязательно снимем. Опа, а я спрыгну. Видите Максима? Нет, а нет, не меня, снимать. Не меня. Ты прям сзади меня умер. О, и ты теперь. Вот это мы все убираем. Все, раскочегарились они, освоили карту. Так. Ой, зря ты спрыгнул, зря. Эй, блин, а я тут при чем? Вот это они чикают. О, Кирилл Геймер пошел в ход. Да дайте возродиться, блин. Да что я в этом месте возрождаюсь? Что со мной? Да блин, а как? Да как это происходит? А, кто бомбу взорвал? Это они не убиваются этой бомбой. Ну нет. Во, есть, есть, слилась. Пожертвую собой заради вас, пацаны. Три, два, один. Ой-ой-ой, да, убиваю. Эти бомбы очень мощные. Ну что, я вокруг себя бомбы поставлю сейчас. Они их сами взрывают!
Ой-ой-ой, она телепортировала к себе. Сумасшедшие какие-то. Так, проиграл у нас... Санёк проиграл, занял последнее место. А первое место занял у нас... Я. Уфилшмерц. Если вам понравилась эта серия, подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Это было что-то мощное.